Вот приехали депутаты, мы зашли на территорию, как видите, продолжается строительная работа, там какой-то человек что-то варит. И вот у нас котлован какой. До сих пор никто не хотел пускать. Полиция констатирует факт ведения строительных работ. Вот. Продолжается сварочная работа. Это при наличии предписания остановить установку этих свай. Ноль эмоций. Вызвали полицию, вызвали департамент чрезвычайных ситуаций, также дежурного прокурора. Ну что делать? Придется объяснять по-другому, раз государственная структура не действует. Полиция без депутатов не захотели заходить на участок. Вот пришлось зайти и разъяснять людям. Технический директор заявляет о том, что никаких документов. Он это открытую заявляет, никаких документов нет. Якобы госстроинспекция изъяла все документы, включая техническую книгу. То есть без технической книги ведутся строительные работы. Никаких записей, соответственно, в техническую книгу не вносится. Просто строится. Строится многоэтажное жилое здание более 12 этажей. Хотя только завтра на заседании муниципального совета будет рассматриваться вопрос изменения ПУЗа, который разрешит строительство многоэтажного здания. Сейчас они могут строить частный коттедж. Вот у нас стройка. Для особо... Я нахожусь на общественной территории, это общественная территория. Частную территорию я не захожу. Для всяких умников, на всякий случай.